Лидеры России – это наши соотечественники, которые берут на себя ответственность за будущее страны, родного края, улицы или подъезда, в котором они живут. По своему опыту, для того, чтобы победить в конкурсе «Молодые кадры Орловщины», необходимо максимально сфокусироваться, сконцентрироваться на этапе проведения конкурса, максимально погрузиться во все этапы конкурса. Я думаю, что участвовать в конкурсе «Молодые кадры Орловщины» нужно каждому, кто молод, у кого горячее сердце и кто вообще планирует связывать свое будущее с нашим краем. Для меня главное в жизни, безусловно, это здоровье и благополучие моей семьи. Когда позволяет время после работы, я стараюсь заниматься бегом. А мечта в последнее время меня притягивает большая вода. Хотелось бы пройти под парусом. На мой взгляд, патриот – это человек, который не на словах, а на деле заботится и что-то делает для развития своей родины. Из литературных произведений очень значимое произведение «Тихий Дон». Мне нравится также, как пишет Николай Некрасов о нашем русском народе. Ну, например, со школьных лет мне запомнились строчки «Выть на Волгу», «Чей стон раздается над великой русской рекой». Этот стон у нас песней зовется, то бурлаки идут бичевой. В 2005 году вместе с единомышленниками мы создали общественную организацию, которая на протяжении уже долгих лет реализует проект «Электронный орловец». И в рамках этого проекта более 4000 социально незащищенных орловцев получили бесплатные доступные образовательные услуги. Меня, безусловно, притягивает своей красотой река Зуша, Новосильский район, Верховский район. Это мои самые любимые места в Орловской области. Усердно трудиться мне помогает ощущение того, что когда сделал какое-то большое, заметное, значимое дело, ты вот ощущаешь себя человеком с большой буквы. И вот это послевкусие от большого дела, оно очень приятно, и оно зовет тебя к новым рубежам. Я мечтаю увидеть, как будет проходить 50-й конкурс «Молодые кадры Орловщины».